Вот многие задают такие вопросы вот из серии того, что, в принципе, тебе это нахуй надоест, там тебе что-то строчишь треки. Я лишь на это скажу такую тему, то, что я вот когда-то, в 14 лет, я работал на стройке, и я получил свою зарплату. И мужики мне спросили, говорят, а что ты, говорит, купил-то вообще с этой зарплаты? Я им говорю, я купил бас-гитару. Они говорят, тебе же, говорит, уже надоест эта тема. Потом ты еще будешь думать, как ее продать и так далее. Ну, что я хочу сказать, мне вот уже 40 лет, да, и до сих пор, видно, я продаю бас-гитару.